этому отношусь плохо, потому что я считаю, что страна должна быть цельной, нераздельной, вот вместе. И, конечно, это неправильно, то, что Россия таким путем вообще забрала, вообще, в принципе, забрала Донецк, Луганск. И это, конечно, мне не очень нравится, далеко не нравится. Я думаю, что тот мир, который предложит Путин или Россия Донецку и Луганску, он не будет такой, как могла бы предложить Украина, потому что у них не будет признана оплата, там, банки не будут работать, не будет работать там, будет как в Крыму, только в худшем варианте. Ну да, мне грустно, конечно, потому что я как бы всегда воспринимала это как часть нашей страны, Украины. Я была в том районе, когда это была часть Украины. Вот, поэтому, конечно, очень грустно, что страна как бы откусывают по кусочку, да, как бы нашей страны. Это грустно. Де юре осуществилось то, что было де факто. То есть ничего в этом нет неожиданного. И теперь Украина ничем не обязана никому. Теперь она может предпринимать те действия, которые необходимы. Так что я думаю, даже это даже и к лучшему. The biggest stories, the moment they happen from around the globe. Subscribe to Bloomberg Quick Take now for insight in an instant.